прежде чем молодежь посадит парк семейных деревьев в каждом населенном пункте, хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнало об этом проекте. И вот с этой целью организовывается не только в нашем районном комитете, но и по всей Республике Беларусь конкурс на лучший видеоролик до 3 минут, конкурс слоганов о парке семейных деревьев и конкурс афиш. Афиша должна быть формата А4, вертикальной. Поэтому всех творческих ребят мы приглашаем к участию в этом конкурсе. Направлять работы необходимо на почту Лидского районного комитета LIDGK@Tutbai до 29 марта с пометкой «Парк семейных деревьев».